Банде Гуру Пададандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нандана Банде Радхика Чаранодаям Гопиджано Самаюктам Виндаванам Манохар Панчакалпатаруваща кипасинду вивачу Патитанам павунебхьо вайшнавибхьо намо намаха Мукам кароти вачалам пангум лангхайти гирим Яткипатамахам банди парамананда мадхава Бриндавай тулсидеббай пиявай кесвасача Кришна бхакти бхаджа деви саттваттвай намо намаха Нараяна намаскритта наранчайва нароттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудирай Шанкитане Кришна катхопадеше Гаурия патрасья пракасанеча Садануракта гуру бхакти юкто Бхакти прамодакша жагодваранья Дейям сада паривабагнам авиштадохам Титас падам сива виринчинутам сараньям Витаттихам панатапал бхавадипутам Банде махабурусати чарунаравиндам Ятпада паллавана качандамани чатая Виспуриджита кимапикабодушвадарши Пурнанурагара сасагара сарамурти Сарадикамай кадакипам курос. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда. Сиаддайта гададхара сивасадихи гаура бхактавинда. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда. Сиаддайта гададхара сивасадихи гаура бхактавинда. Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари. Аджану ламбита бхужау канака бодату, Санкиртанай капитару камала ятакшу, Вишам бару дижа бару жугадхарма палу, Банде жагат прия кару, каруна бхатару, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари. Аджану ламбита бхужау канака бодату Санкиртанай капитару камала ятакшу Вишам бару дижа бару жугадхарма палу Банде жагат прия кару каруна бхатару Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари 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 Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам Муктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупену Сада Наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вивуши табам бхагам Нараяно приямананго мада пахарам Барану сипурапати бхажави шанатам Баги саджуша бадане Лакшмир жасача бхакшаши Ясьясте хидая самби, твам нишинга махам бхаджи. Хари Кришна, Хари Кришна,
Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Джошо Шакшат Бхагавати Гьяна Дипа Пради Гуру Марто Шадхи Шотам Таша Сарвам Кунджара Саучабад. Джошо Шакшат Бхагавати Гьяна Дипа Пради Гьяна Дипа Пради Гуру Марто Шадхи Шотам Таша Сарвам Кунджара Саучабад. Джошо Шакшат Бхагавати Гьяна Дипа Пради Гуру Марто Шадхи Шотам Таша Сарвам Кунджара Саучабад. Гаурия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад. Джагадгуру told. Гауди Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад сказал, что те, кто несут флаг Дхармы, но сами не следуют должному этикету, их очарованный характер поведения, они поместят обусловленных душ, которые пытаются следовать им в более обусловленное состояние. Вот Шрила Прабхупад сказал, что те, кто несут флаг Дхармы, но сами ничему не следуют, то поведение таких людей, но обусловленный душ поместит в большую обусловленность, поскольку мы знаем из шастр то, что подобно тому, что мы знаем, что молоко – это идеальная пища. Но если какие-то змеи прикоснутся к этому молоку, то тогда мы не сможем пить это молоко, если мы неосознанно выпьем это молоко, то мы умрем. Так и Харикатхана, несомненно, амрита. В этом нет никаких сомнений, но если эта Харикатха, она исходит из моего сердца с каким-то оскорбленным желанием получить лабху пуджи, пратиштху, не все знают, кто-то думает, что это Харикатха, но она осквернена, осквернена камини канченой пратиштхи, то это не может дать нам подлинного блага. А с другой стороны, это станет причиной нашего падения в этом. И заключается опасность Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад. Он говорил, что люди, у них неправильное представление о Дживахимсе. И вот у людей нету должного представления о Дживахимсе. Они думают, что только физическое насилие – это есть Дживахимса. Побить кого-то там или убить – это Дживахимса. Они думают так, но Шрила Прабхупад говорит, Джива – это не это тело. Джива – это душа. Обычные люди думают, что это тело – это Джива, но нет, тело – это не Джива. Согласно карме, Дживатма получает свое это тело на какое-то время, но это тело, оно нельзя сказать, что оно душа. Душу мы не можем видеть в теле. Кто может видеть душу, пребывающую в теле? Это невозможно. Джива, душа, она настолько мала, что даже пылинки или какие-то, в общем, любые малейшие частицы, они больше, чем джива.
Писание приводится пример, что если взять волос, человеческий волос, и разделить его на тысячу частей на сто раз, потом еще раз на сто, и потом опять эту тысячную часть волоса опять разделить на тысячу частей каждую, то невооруженным взглядом то не разглядеть такого размера, а душа и меньше, чем это. И вот Шрила Прабхупада говорит, обычные люди, у них ложное представление, они думают, что их тело — это джива, душа, но нет, душа джива, она внутри вашего сердца. И эта дживатма, она покрыта тонким телом и грубым телом, материальным телом и грубым телом. И вот наша четана, наше сознание, оно не проявлено еще. Не можно, невозможно осознать четана, сознание, оно как погружено в какой-то такой сон. И вот Шрила Прабхупада говорил, люди, обычные люди думают, что дживахимса значит только физическое какое-то насилие над дживами, но нет. Направлять душу в неправильном направлении, например, вы приехали сюда издалека, потратили кучу денег, чтобы приехать в Индию, а для какой цели? Чтобы узнать об абсолютной истине, да или нет? Зачем вы приехали сюда столь издалека? Вы приехали, чтобы узнать что-то об абсолютной истине. И вот если вы так издалека приехали, чтобы приехать сюда, а ради чего? Ради того, чтобы узнать что-то об абсолютной истине, если вы ничего не узнали о ней, то что толку приезжать в Индию? И вот если какой-то саньяси или ачарья, он использует какие-то сладкие слова и сладкие сладости, чтобы ограбить вас, то что толку от такого? Ачарья некоторые слишком сладкие. И Шрила Прабхупада говорит, если Гурудев не говорит о абсолютной истине, если он скрывает ее, то куда же идти? Если мы пришли принять прибежище, но наш так называемый гуру скрывает эту абсолютную истину, то такого гуру нужно оставить. Шрила Прабхупада много раз говорил, что гуру обманщики или саду-обманщики, они должны быть выставлены на показ. Может, весь мир может сказать, что мы критикуем таких обманщиков, но Верховный Господь Бхагаван, Он знает, что у нас нет намерения критиковать кого-то. Верховный Господь, Он наверняка знает, что у нас нет намерения критиковать кого-то. Я просто люблю этих душ и хочу спасти их, и поэтому я открываю абсолютную истину. Шрила Прабхупада говорит, те ложные гуру, ложные саду, они должны быть выставлены на показ. Это не критика. Иначе весь мир будет. Если они будут следовать и таким ложным саду, то они пойдут в неправильном направлении. Махапрабху отправил Нитянанду, чтобы тот проповедовал. Таким образом, он дал нам ответственность, дал указание, дал Удаве указание и нам, чтобы мы проповедовали, а говорили о абсолютной истине. Может быть, люди будут говорить, что мы критикуем кого-то. Может быть, люди выступать будут против Шрилы Прабхупады и говорить, что он критикует кого-то, но если они думают, то это их дело. И вот Шрила Прабхупада говорит, физическое насилие, оно, может, конечно, ничего хорошего в этом нету, и тоже одно из значений джива химсы, но джива, она, душа, находится внутри нашего тела, это дживатма. Если мы скрываем абсолютную истину и обманываем людей ради собственного блага, собственной пратишки,
Bhasmai, let us eat. Everybody can do Jai, Jai, Jai. Only for this reason. Если у нас нет никаких представлений, нет чувства, что мы умираем, как вы можете дать татвагьяну другим? Если у вас самих нет представления о татвагьяне, что в любой момент вы можете умереть, то рассказывайте какие-то лекции публике, то что толку от этого? То есть мы должны проповедовать, но если мы больше заняты установлением каких-то связей с обществом, то толку от такой проповеди нет. И вот я смотрю, если вы что-то делаете неправильно, или что-то кто-то говорит неправильно, если я не протестует, то это может стать причиной нашего падения. И вот все Гаудия Вайшнавское общество, оно дало мне задание, чтобы я писал какие-то протестные письма, на, если что-то происходит неправильно, никто не мог взять такой ответственности на себя, многие боятся. Иначе весь мир, он будет идти в противоположном направлении, они не смогут говорить об абсолютной истине. Я должен показать качество Шрилы Прабхупады Бхактивинода Такура моей Гурлаги. Если не буду говорить, не буду публиковать что-то на эту тему, то что толку саду может быть определен по его, по тому, как он прославляет других саду, по его желанию прославлять других саду, подлинных саду, но ради этого, если, но такие саду не прославляют тех, кто не следует наставлениям Шрилы Прабхупады и прочих великих ачарий. Все дни явления и ухода великих вайшнавов я в эти дни говорю. Я в эти дни даю вам какие-то намеки, через которых вы можете определить, кто демон, носящий одежды саду. И вот можно изучить жизнь какого-то ачарьи. То есть иногда можно видеть, что какие-то люди действуют как ачарьи. He is going to glorify. Abhirbhakti Rubha, you can find Vaishnav calendar, you can find Abhirbhakti Rubha. If you find that he is not going to glorify any Guru Vaishnav, only speaking about himself. То есть иногда можно наблюдать, что какие-то ачарьи не прославляют только себя и никогда не прославляют других. Это один из признаков не настоящих вайшнавов, которые игнорируют Гуру Парампару. Это один из признаков лживости. И таким образом мы должны понять, кто есть кто. Нужно смотреть, чем занимаются те или иные саду, что говорят. И так можно найти либо полное соответствие, либо полное несоответствие Сиддханте. И вот Шрила Прабхупада говорит, такие ложные саду не должны быть выставлены на показ. Это есть Гора Сева и Вани Сева. Люди должны знать, должны быть осторожны, чтобы знать, кто есть подлинный саду, а кто ложный. Шрила Прабхупада говорит, это очень важное служение, но какие-то люди заявляют, что это не Гуру Сева, что это не Вани Сева, а просто критика кого-то, но кто может такое заявить? Только люди, которые пытаются как-то скрыть абсолютную истину, скрыть Сиддханту, и что толку от таких проповедников? Гуру Сева. Я уже начал с одной шлоки, можете вспомнить. Очень важная шлока. Она произнесена Кришной Удаве. И Кришна говорит: Bhagavati Gyana Deepa Prade Guru Marta Shadhi Sutanta Sharvam Kunjara Sojava.
И вот Кришна говорит Удаве: «О, Удав, наша Гуруварга, из бесконечных я не могу платить моему Гурудеву. Я признаю, что я не могу отплатить моему Гурудеву. Гурудеву спас меня. Как же я? Он дал мне божественное знание. Если думаю, что могу отплатить Гурудеву, то это признак моей вади. Конечно, можем пытаться делать лучшее, что можем, но я попытаюсь сделать что-то ради моего Гуру Махараджа, но лучше, я знаю, что я не смогу отплатить моему Гурудеву, но все же я что-то попытаюсь сделать, и что это говорить о абсолютной истине без искажений. Если я могу говорить о том, что мы услышали от Гурварги, говоря все также без, не меняя ни единого слова, если мы будем повторять то, что мы слышали от нашей Гурварги, это наивысшая Гуру Сева, она совершенно от Шрилы Прабхупады, Гуру Кришны. Но смотрите, какие-то глупые люди заявляют, что Шрила Прабхупада никогда не слушал Гуру Кишорда с Бабаджи Махараджа. Но подлинный Гурудев — это Вани Сварупа, это олицетворение Вани, учение Гурудева. И поэтому Шрила Прабхупада с этой онтологической точки зрения, он всю жизнь служил Шриле Гуру Кишорда с Бабаджи Махараджа. Подлинный Сина Махатма может быть узнан по его Вани Саве. Он подлинный саду или обманщик, как узнать? Сида Махатма может быть узнан только по его непрерывным усилиям с попыток служения Гуру Гауранге, потому как он совершает киртан, повторяет харинаму или говорит харикатху, или готовит, если он тоже всегда повторяет харинам. Это наставление Джива Госвами Пада. Вот в этой шлоке говорится, хотя мы знаем, мы хотим совершать так много служений, но все же на каждом шагу, везде, каждое служение должно быть совершено с помощью харинама махамантры. И в этом сокровенный сиддханта, например, мы готовим, мы что-то делаем, но что наш... Но почему молчим? Если мы идем на рынок, мы тоже не должны забывать повторять святые имена. Не прекращайте. Сидда Махатма, он может быть узнан по его желанию совершать Вани Севу. Кришна, Лила Кришна, Кришны и все остальное. Все, славу Кришне мы должны повторять. И таким образом можно определить подлинного саду и ложного саду потом, ну, что они делают, как действуют. И вот если вы находите, что мой Гурупад Падма, он всегда поставляет нашу Гурварагу, то вы будете удивлены. Иногда Гурупад Падма, да, день явления Шрилы Бхакти Дайте Мадхава Госвами Махараджа, я был в Пурушоттам Даме с моим Гуру Махараджем. Гуру Махарадж в тот день он сказал: иди в храм Мадхава Госвами Махараджа, моего брата в Боге. Иди прямо сейчас, там харикатха происходит. Мадхава Госвами Махараджа. И ты можешь услышать о его славе. И ты должен быть осторожен. Там опубликовано жизнеописание Мадхава Госвами Махараджа. И вот ты должен принести мне эту книгу. Я был удивлен. Он его был младшим братом в Боге.
Но Шрила Пури Госвами Махарадж, он хотел изучить его биографию, и поэтому он попросил, дал денег мне, чтобы я купил эту книгу о Мадхава Госвами Махараджи. Настолько он был смирен. Хотя я хотел в нем, внешне был более младшим братом в Боге его. Под именем, если попросить, что это для Шрилы Пури Госвами Махараджа, любой даст эту книгу, но Шрила Пури Махарадж не думал таким образом, он дал денег, чтобы я купил эту книгу для него. Хотя сам Шрила Пури Госвами Махарадж жил в Матхе Шрилы Бхактидайте Мадхава Госвами Махараджа 36 лет после ухода Шрилы Пури Госвами Махараджа. Шрила Читадева Госвами Махарадж прославляет Шрилу Мадхава Госвами Махараджа. Вся наша Гурварга, она вся уважаема для нас. И однажды в храме Шрилы Читадева Госвами Махараджа был праздник. Пришло множество преданных, они говорили харикатху. Только Шрила Мадхава Госвами Махарадж не пришел. Он опаздывал. И в тот день был Ананда Утсав Джаганнатха Мишра. Это следующий день после Гуру Пурнимы. Как на Ананда Утсав, после явления Кришны, на следующий день в Раджавасе они организовали праздник, и когда Гауранга Махапрабху явился, то Джагнат Мишра тоже организовал большой пир, большой праздник на следующий день. И вот этот Ананда Утсав Джаганнатха Мишра был, и все просили, все разъезжались, поэтому после просада они приходили на даршан Шрилы Мадхава Госвами Махараджа, поэтому он, естественно, опоздал, поскольку он был очень пунктуален, но к нему пришло множество преданных, надо было делить каждому время, поэтому он физически не успел. Но еще Мадхава Госвами Махарадж напоминал всем, чтобы люди не забывали, где их подлинный дом. И поэтому он до Матха Шрилы Сиддхартха Госвами Махараджа с Расват Гауди Матха доехал позже. И вот был там брат в Боге его, и один какой-то человек, он... это Сиддхартха Госвами Махарадж, что... Не Сиддхартха Госвами Махарадж, а кто-то другой сказал, что Шрила Мадхава Госвами Махарадж занимается очень большими, великими вещами, поэтому иногда так опаздывает, но Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж сделал замечание, что такие великие вещи, которые делает Шрила Мадхава Госвами Махарадж, для него это естественно, это для нас выглядит чем-то огромным, гигантским и невозможным, но для него это естественно. И вот Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж говорит, что мы это такие с виду для нас большие, огромные вещи, огромные площади строения, которые он делает, и прочие вещи, для него это естественно. Как для слона, слон может с легкостью нести какие-то тяжелые вещи. А если нам... для обычных людей даже там 10 килограмм, это часто тяжело нести, а слон может сотни килограмм носить с легкостью. И какие-то люди критикуют Мадхава Госвами Махараджа. Но я не могу это слушать, мое сердце, оно плачет. Я люблю мою Гурваргу, я могу показать, что не все бриллианты, эти бриллианты, они уже недоступны в этом материальном мире, они уже все ушли. Бхагаван отправил нам таких великих преданных, Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати говорит об этом. И вот таким образом, в соответствии с Шримад Бхагаватам Махапураной, можем обнаружить, что
Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве: «О Удав, Гурудев, Гурудев, он дарует нам Бхагаваттатва Вигьян, которая очень редка во всех этих мирах. Думаете ли вы, что Бхагаваттатва очень проста? И тогда я могу бросить вам вызов, и идите ищите во всем мире и пытайтесь найти. А Бхагаваттатва, она очень редка. Это не вопрос споров или еще чего-то, я не хочу спорить, бороться с кем-то, это абсолютно истина. Вы не можете, если вы не можете признать, то это ваша слабость. Если вы не можете признать то, о чем я говорю, не можете поверить, это ваша слабость, я говорю об абсолютной истине. Вы можете искать во всем мире, но где же так, найти такой шанс обрести Бхагаваттатва Вигьян? Может, вы можете найти кучу денег, положение в обществе, еще что-то, славу, но вайшнавы могут построить сотни храмов. Но думаете ли вы, что Шридхар Госвами Махарадж, он бесполезен? Нет, он мог открыть сотни храмов. Но я обещаю, что Шридхар Госвами Махарадж, он мог открыть сотни храмов. Но когда ученики его просили, что мы хотим открыть какой-то храм рядом с аэропортом, чтобы те, кто прилетают, могли бы там останавливаться. Но Шридхар Госвами Махарадж сказал, что проповедь может быть совершена по желанию Господа. Думаете ли вы, что можно проповедовать с помощью денег и власти? Это невозможно. Проповедь может быть совершена только по желанию Нитянанды, только по его желанию, наши деньги, все остальное, оно бесполезно на этом пути. Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж смог открыть сотни храмов по всему миру, но он не занимался этим. С другой стороны, он хотел показать нам свое сердце. Смотрите, что внутри моего сердца. Смотрите мое сердце, сколько самопредания, сколько любви, сколько посвящения есть у меня моему Гурудеву Шри Прабхупаде. В одном месте Шридхар Госвами Махарадж находился 80 лет уже. Он был уже за 80, но все равно говорил три раза Харикатху утром, днем и вечером, как это возможно. Три раза непрерывно он говорил Харикатху. И вот поэтому не говорите так. Проповедь может быть совершена только с помощью преданности. И вот первая дивья гьяна, она невозможна. Она очень редкая сейчас. Дивья гьяна, Бхагаваттатва, она очень редкая. И в то же самое время, если мы найдем источник этого дивья гьяна с помощью своей удачи, и кто-то может нам говорить, чтобы мы не ходили туда, это есть Дживахимса. Они сами не могут спасти вас, но и не могут потерпеть, чтобы кто-то спас вас, чтобы вы слушали подлинную харикатху. И это так можно видеть часто настроение многих людей в одежде саду такое. И те, кто развивают материальные представления о... И вот те, кто развивает какие-то материальные представления о возвышенном гуру, которые могут дать дивья гьяну,
то в этом случае весь наш баджан, весь харинам, все, что мы делали, то толку от этого нет. Это подобно тому, как слон, он принимает омовение, но потом выходит и валяется, после омовения валяется в пыли. Зачем нужно принимать омовение, чтобы очистить свое тело, но можно видеть слоны. Они вроде как омовение принимают, но потом валяются в пыли, и толк такого омовения пропадает, они опять все грязные. И вот Бхагаван говорит, те, кто развивают превратные представления о Гуруварге, о возвышенных преданных внутри своих сердец. Подлинные. Мы все буквально не нищие. Enough money there, Maharaj. Enough money. We cannot, they cannot count. Иногда можно видеть, что вот, денег не просто много, а более чем достаточно, не могут даже посчитать, сколько у них, но все же не заняты такими попытками сбора денег. Иногда можно видеть, что такие люди не пытаются накопить большое количество денег, но и никак не могут остановиться, а даже имея деньги не для проповеди, их не используют, а только копят их. И если за ним используют, ну, еще можно видеть, что какие-то... Еще можно видеть, что какие-то ачарьи пытаются отвернуть публику от подлинного пути. И таким образом, Шрила Прабхупада говорит, вот, то есть не, можно наблюдать, что некоторые ачарьи ничего хорошего сделать не могут, но нет у них никакого созидательного, созидательного этого настроение, но занимаются только, пытаются как-то сбить людей с подлинного пути. Как Махараджа один саньяси написал письмо, что у нас должно быть созидательное такое настроение, хотя у этого саньяси несколько детей от разных женщин. Их зачал, будучи саньяси, этот человек рассказывает о том, что у нас должно быть такое созидательное настроение. In different foreign countries, they are constructive because it is constructive. They are giving birth to children. Cannot speak anything. Set up. Ну, в общем, этот саньяси после моих слов не нашел, что ответить. It is called Trinadapi. И это есть Тринадапи. It is called Trinadapi to establish. Тринадапи — это утверждать Сиддханту Прабхупаду и говорить подобно льву. Но не каждый может что-то сказать против какого-то общества. И вот говорить об абсолютной истине подобно льву, как говорил Шрила Прабхупада, это правильно. Кто-то думает, что Тринадапи — это льстить всем подряд, и идти на компромиссы со всем подряд. Это не является Тринадапи, хотя внешне могут выглядеть как какое-то смирение. Это просто способ попасть в ловушку майя. И можно видеть, что далеко не каждый может обнаружить, что он попал в ловушку майя.
Когда одна Матаджи сказала Горкисарвабаджи Махараджу, Бабаджи Махарадж, не ешьте этот холодный рис, поскольку Бабаджи Махарадж иногда он собирал матхукари, какое-то подаяние. И вот еще и иногда бывает, что рис, который они доели днем, они помещают этот рис в воду и на следующий день едят. Вот таким образом можно. Этот рис, он бродить начинает слегка или не начинает сразу, но, по крайней мере, сохраняется, может, даже не неделю его так хранить, и он достаточно такой вкусный. Но обычно бедные люди-то его едят. И вот Рагунат с Гасвами, он питался таким вчерашним рисом, замоченным в воде. И вот Гопишардас Бабаджи Махарадж повторил харинам в своем бхаджан кутире, и какая-то Матаджи, она пришла, Бабаджи Махарадж, не ешьте этот рис, я видела, какая-то змея там проходила. И Бабаджи Махарадж сказал, смотрите, как играет майя. Смотрите, что делает майя, она пришла, чтобы давать мне советы, уходи отсюда. И вот на Бенгале. Смотрите, что делает майя. Майя Деви, она может прийти в различных формах. Саньяси, качарья. Иногда можно наблюдать какие-то матаджи массируют ноги со саньяси, но это неправильно. И таким образом можно видеть. Какие-то люди пытаются избавиться и не следовать от наставлениям Шрилы Прабхупады. Если кто-то может доказать, что я говорю против, что-то против Шрилы Прабхупады, тогда он может как-то напасть на меня, но не до этого. И вот Кришна говорит, что такое. И вот Судама Випа и Кришна не обсуждают. Я уже говорил, как, насколько Кришна, он подходит к своему другу, чтобы принять такое малейшее подаяние, которое он ему принес. Судама Випа очень беден, и вот он так, таким чувством подходит к нему, что, Брахман, ты чувствуешь стыд, принеся такую маленькую вещь, но все же, неважно что, ты предлагаешь мне с любовью, я все это предлагаю, даже такие простые вещи, как цветы, фрукты или просто листья и воду. Кимупаянам анитам брахман ме бхавата грихат. Кимупаянам анитам брахман ме бхавата грихат. Ану апи упохиртам бхактви премна бхурие бхаме бхавет. Бхурие апи абхакту паритам наме тасаха калпати. Any very small thing, if somebody bring my devotee, если мой преданный приносит мне какие-то такие простые, малые вещи, но я все равно их принимаю с радостью. Как Рамачандра, он ждал, чтобы принять фрукты от плоды от Шабари. Хотя Шабари, она происходит с очень низкой касты. С очень низкой касты. Даже нельзя смотреть на нее, не то, чтобы прикасаться или что-то из ее рук. Но Рамачандра, он выражал ей почтение таким образом. Любовь Шабари,
она была ученицей Гаутами Риши. Гаутами Риши увидел, что это Шабари, у нее есть огромная любовь к Рамачандре. Каждый день эта пожилая женщина, она собирала цветы и плоды и предлагала это Раме. Однажды Гурудев сказал, он сказал Шабари: «О, Шабари, иногда Рамачандра может прийти, чтобы принять твое подношение, о Гурудев, действительно, правда ли, да? Он придет». Он пообещал Шабари: «О, Шабари, я видел твою любовь к Рамачандре. Господь Рамачандра, несомненно, придет и примет твое подношение в один день». И это Шабари с детства, она ждала, уже она очень сильно постарела, уже зрение у нее было очень слабое, но все же она с великой надеждой ждала, когда исполнится слова ее Гурудева. Хотя она же не могла видеть, но ждала, когда придет Рамачандра. И вот какие-то риши муни там же жили поблизости. Тут в Рамайне все описывается. И вот много риши муни было там поблизости. Эти риши муни однажды, они смотрели, что Шабари прикоснулась к их воде. И вот они сказали: «Цыц, что ты тут ходишь, мы тут воду тут пьем, а ты тут оскверняешь ее». Они думали, что Шабари – падшая душа. И это один из примеров. Риши Муни, они не глупые. Они ругали Шабари: «Не трогай нашу воду, мы тут ее пьем из этого озера». И вот они так вели себя по отношению к Шабари, как очень падшая душа. И Шабари, она испугалась: «Хорошо, с сегодняшнего дня не буду трогать эту воду в вашем водоеме». Но что случилось? В тот день, когда они отругали ее, с тех пор вода испортилась, стала страшно вонючей. И вот в Рамайне это описывается. Та же самая вода, но она стала крайне вонючей, никто не смог ее пить. Они начали обвинять Шабари: «А ты задела эту воду, и вот на теле вонючая, невозможно пользоваться. Смотри, что случилось из-за тебя». И Рамачандра, он сверхдуша, он смотрел и смеялся над этим. И однажды Рамачандра пришел и сказал: «О, Шабари!» Он звал Шабари. Шабари уже было в таком пожилом возрасте, и Рамачандра пришел в ашрам Гаутами Муни. И Рамачандра сказал Шабари: «О, Шабари, могла ли бы ты принести мне воды попить?» Риши Муни были удивлены. Тут Рамачандра будет пить воду, которую принесла это Шабари. И вот Шабари прикоснулась к этому озеру, и когда она прикоснулась к нему, то это озеро стало прекрасным, как Манасарова на Кайлаше. Там это очень чистейшее озеро. И вот они обнаружили лотосные цветы, начали расти. Там муни риши были удивлены. Мы думали, что из-за того, что Шабари прикоснулась к этому озеру, она стала вонючим болотом, а сейчас Шабари прикоснулась к нему, это озеро очистилось. Сразу же Рамачандра сказал: «Не пытайтесь находить какие-либо недостатки в моих преданных.
в любом состоянии, может, они бедны или плохо выглядят. Шатакопа из Южной Индии, он находился в преемственности Рамануджа Ачари, он был инвалидом, не мог говорить, но какой-то саду смог определить, что он просто, что он великий преданный, просто ведет себя таким образом, чтобы скрыть себя от других. Потом Трипан Алла, он был оскорблен одним браманом. Он чандалом был из низкой касты. И какой-то браман, этот жрец одного храма, Бхаратраджа, он оскорбил его. И в тот день ворота, главные ворота храма, они закрылись. Никто не мог открыть, пытались открыть, не получалось. Бхагаван сказал: «Не открывай». Вы оскорбили моего преданного, великого преданного, поэтому идите, просите прощения, иначе я не смогу открыть ворота. Даже с помощью слонов пытались открыть, но не получилось. И в итоге, когда Бхагаван сказал, что вы оскорбили моего преданного, теперь давайте садите его к себе на плечи и 8 раз. С ним на плечах обойдите мой храм, просите прощения, я открою. И вот в Ранганатхе это случилось. Не думайте, что он падшая душа или родился в какой-то недостойной семье или еще что-то. Нет, преданный, значит преданный. Они совершают баджан от чистого сердца. Если они пришли издалека, чтобы получить даршан Господа, то не нужно препятствовать этому. Иногда можно видеть, что какие-то бедняки рассказывают, что они были страшно богаты, оставили все, пришли там на духовный путь, и вот рассказывают о том, как страшно они были богаты и как бедны сейчас. А иногда можно видеть наоборот, что действительно богатые люди, которые оставили свой дом, никогда об этом не рассказывают. А бедняки на каждом шагу вещают. И вот так много примеров. Рамачандра, он принял плоды и фрукты, и цветы от Шабари. И вот жена Рамачандры в ссылке, Рамачандра, когда он был в ссылке, он познакомился с Гухак Чандалом. Этот Чандал, он занимался сжиганием мертвых тел, такая непочетная профессия. И Господь и подлинные преданные смотрят в наше сердце, не наше происхождение, образование и все остальное. Это природа подлинных саду, они хотят видеть наше сердце. И вот Бхагаван говорит, если любой преданный, который приносит мне даже такие малые вещи, я доволен этим, но если какой-то богач приносит много подношений мне, но без должной любви и преданности, то я не хочу принимать такое. И вот Бхагаван Шри Кришна, он как во дворце Дурьодхана, он не принял ни капли воды или еды, но через 15 минут он очутился в доме Видуры и сказал, что страшно голоден и ел кожуру от бананов. И какие-то люди пытаются соревноваться, конкурировать с Бхагаваном, но это глупо. Если вы по-настоящему разумны, то зачем вы пытаетесь избавиться и критикуете гуру и вайшнаву? Что толку от этого?
такие люди, они по сути демоны, они проповедники. Я не хочу, чтобы люди возносили мне хвалу. Если слышу это, я недоволен. А если вы слушаете мою харикатху, то я очень доволен этим, поскольку вы слушаете наставления Шрилы Прабхупады, как Кришнадас Кавираджа Госвами говорит такие слова, что все, кто слушает и читают Чайтанья Чайтамриту, я поклоняюсь их лотосным стопам, поскольку они поклоняемы для меня, а они слушают. О, Гауранги, не то, что я написал, а какую-то книгу, что все должны писать. Нет, он не говорит таким образом. Нет, он со смирением все делает. И вот я хочу прославить лотосные стопы тех, кто слушает эту харикатху. Любые ошибки, совершенные мною, я прошу прощения у тех, кто искренне слушает читание Чайтамриту, и я прошу прощения у всех, это говорит Кришнадас Кавираджа Госвами. Это зависит от настроения преданного. А те, кто говорят, что тот бестолковый, этот и этот, то что толку от этого? Наши гуру-вага, они великие преданные. Бхагаван, если Чайтанья Махапрабху хочет отплатить Шрилу Сиддхартху Госвами Махараджу, то он не сможет этого сделать. Он может только выразить почтение. И это наша гуру-вага. А те люди, которые критикуют нашу гуру-вагу, то как я могу потерпеть это? И такие последователи, таких людей, критикующих нашу гуру-вагу, они тоже отказываются в аду вскоре. И если это на этом строительство сотен храмов, это не проповедь. Шрила Бхактивинода Тхакура говорил об этом. Я завтра буду говорить об этом, что строительство тысяч храмов — это не признак проповеди. Завтра я более подробно буду говорить. Сейчас смотрите. Бхагаван Шри Кришна говорит, с любое малейшее подношение, если вы приносите мне его с любовью, с преданностью, я принимаю его. О, что ты принес, Судама? Тадахам бхакти упратам аснами пажатахатманаха. Fruits, flowers, leaf, water, фрукты, плоды, цветы, воду, все, что мои преданные приносят и предлагают мне с любовью и заботой, я принимаю это без всякого суждения. Я не сужу, что он мне принес, а принимаю то чувство с преданностью, с которым он предлагает мне, и он зовется Бхагаваном, а какие-то люди пытаются соревноваться с Бхагаваном, как один человек в одежде ачарьи сказал, что деньги — это второй бог. Не хочу его называть, но тут сказал, что деньги — это второй бог. Хорошее высказывание, по крайней мере. Он не сказал, что деньги — это первый бог, а хотя бы второе место деньгам уделил. Хотя этот человек мог бы сказать, что деньги — это первый бог. Но хотя бы сказал, что второй — это уже достойно уважения, что он хотя бы не сказал, что деньги — это первый бог. Но иногда случается, что в наше городе общество под именем баджаны проповеди попадают какие-то нежелательные элементы. И вот Бхагаван говорит, все, что вы предлагаете мне с любовью, я принимаю это. Паршитин Раджан на прожечат Абадмуха.
И вот Брахман склонил, Судама склонил свою голову со стыдом и не мог посмотреть на Кришну. И вот он говорит, шутит со своим другом Судама, о Судама. И вот он говорит таким образом, Брахман не может даже взглянуть на Кришну, он стыдится своей бедности. Но Кришна, он знает все. Он сидит, пребывает в каждом сердце, как Параматма. И вот он говорит. Sarva bhuta drik, Bhagavan speaking that way. After that, Sukhdev Goswami speaking, Sarva bhuta atma dik shaksha, tashyagaman karanam. Sarva bhuta atma dik shaksha, tashyagaman karanam. Why, what is the reason for why Sudama Vipra coming to me? Какова причина, по которой Судама Випра пришел ко мне? Кришна знает все. Он пришел по вдохновению своей жены. Сам он никогда не хотел ни денег, ни богатства. Но жена беспокоилась, что его нечем кормить совершенно, поэтому послала Судаму к Кришне. Но по пути вообще всегда его намерение было увидеть Кришну. И вот Судама Випра шел, повторил Харинам и думал, как же встречусь с Кришной, любит ли Кришна меня или нет, узнает ли меня или нет, я его друг. И вот он шел и думал, то есть его мыслях не было, что-то получить от Кришны. И вот он только думал, что получит, увидит Кришну, получит даршан Утама Кришны. И вот с такой радостной мыслью он шел к нему. И таким образом, Кришна говорит, раньше я не совершал он мой баджан в надежде что-то получить. Я знаю, этот Брахман Судама Випра, он очень чист. Пати братаянту шакха пьёчикирсая. Пати брата, Пати брата, целомудренная жена, его жена, она попросила его отправиться во Двараку, встретиться с Кришной. И вот это шестое окончание по просьбе своей жены. Пати братаянту шакха приотикарсая прапту мам ашо дашами шампаду амарто дурлавам. Марто мин, Мартия, это санскритское слово. Мартия значит материальная жизнь. Марта значит те, кто смертны, те, кто родились, но... Амартия значит те, кто находится в небесах. Амартия значит бессмертный буквально. Амартия значит те, кто находится в небесных мирах, полубоги. Бхагаван знает, я знаю, та причина, по которой вы пришли ко мне по просьбе. И вот он пришел по просьбе своей жены, целомудренной женщины, и я дам такое богатство, которое невозможно даже на небесах. Such opulences
И вот такое богатство, которое недоступно даже на небесах, я могу дать ему. И вот с такими мыслями Кришна, он спросил, что же ты принес из дома. Своям джахару кимидам ити притху кутундалану. И вот, шутя таким образом, Кришна начал обыскивать Судаму, что же ты там принес. И вот он нашел, что в его одежде ломаный рис завернут. О, вот нашел, ты принес это со своего дома. Басанат чиробатьяно дьянамана Своям джохару кимидам ити притокотундалан Кришна. И вот Кришна, Кришна, Кришна Читания, смотрите, Кришна Читания, он пил холодную воду с емкости Рагунатха и ел этот замоченный рис, который еще был далеко не свежий. И также Кришна, он забрал это подношение в виде ломаного риса. И вот он так взял, с силой забрал и начал есть. Какой прекрасный рис. И Рукмини смотрит, что он с ума сошел. Лакшми Деви смотрит на Кришну и думает, что ты делаешь? Ты ешь этот, заболеешь же. Не нужно есть такое, такие вещи. И вот он съел одну горсть, потом Рукмини восстановила, сказала, хватит, ты уже горсть этого. Не целый черри съел, хватит с тебя. И вот Рукмини сказала, хватит. You have taken one handful, then you are going to sell yourself. Don't take any. Then Rukmini catch. И вот Рукмини поймала его и сказала, что это не соответствует твоим уровням. Krishna going to take more. Кришна хотел еще съесть, но Рукмини поймала его и сказала, что хватит. Because one handful you have taken, you are going to do everything. Take. You are going to sell yourself. Where we can go if you are sold? To Sudama. Where we can go? Oh my God! Itam vichinto ashanad chiravadhyano dijanamana Swayam jaharu kimidam iti pratakotundalan. Krishna going to take forcefully that broken cracked rice and going to take. No nu etat upanitam me parama pranam sakhe. Tarpayanti ango mam vishyametu pitukutulla tundala. What speaking? No nu etat uponitam me priya mo par me parama prin pranama prinanam sakhe. What speaking? No nu etat upanitam me parama prinanam sakhe. Tarpayanti ango mam vishyametu vishyamete pitukutundala. Krishna speaking. И вот Кришна говорит, ты принес такой замечательный рис, и тебе стыдно, но будь уверен, такое пожертвование, предложенное мне, оно не только удовлетворит меня, но также весь мир будет доволен. И это сокровенный Сиддханта. Кришна говорит, если я принимаю этот дробленый рис и ем его, думаете ли вы, что я недоволен? Нет, я полностью удовлетворен. И вместе со мной бесчисленные миры, которые пребывают во мне, они тоже удовлетворены этого. Это сокровенный Сиддханта, пытайтесь слушать, и вот Рупа Госвами говорит.
и вот Принанам Сарва Джагатам. И вот Рупа Госвами подпишет. Принанам Сарва Джагатам. Если Бхагаван, он чувствует себе доволен, то весь мир он тоже удовлетворен. Ачютеджа здесь говорится. То, что Ачюта. Если мы сможем поклониться Ачюте всем сердцем, не только Ачюта будет доволен, а также из-за того, что Верховный Господь Ачюта доволен, то весь мир, которое пребывает в нем, он тоже будет удовлетворен. И вот это зовется Принанам Сарва Джагатам. Если мы сможем удовлетворить Бхагавана, Верховного Господа, то я обещаю вам, что тогда весь мир будет доволен, все бесконечные миры, поскольку все пребывает в Кришне. Если Кришна доволен, то как Кришна, он коренная причина всех причин. Кришна провозглашает это, и мы должны помнить и не забывать. И вот, съедя твой рис, который ты мне принес, я удовлетворен, весь мир, все миры довольны тобою. И поэтому предлагаешь что-то мне, ты должен принести, а что-то мне, ты должен отдать это мне, а не скрывать. А ты скрываешь, зачем ты это делаешь? Дитиям жагдума ададе. By speaking this, when going to take one handful, and second handful, Krishna going to take another. Произнеся это, съел горсть этого риса и начал вторую брать горсть. И вот он начал есть. И что говорится здесь? Ити муштим шакет жадва дитиам жогдумадади тават срир жагрихе хастам так пара парамештинаха. Рукини immediately going to arrest him. It is not. И вот Рукмини поймал его за руку и сказал, что недостойно тебя есть такой ломаный рис. Ити муштим шакет жадва. Ити муштим шакет жадва дитиам жогдумадади. Тавасрир жагрихе хастам такпара парамештинаха. Going to arrest. Этават алам бешва мано сарво шампат самриддхай асмин локе атвам асмин пуншасту атошаят атош каранам. What speaking? Этават алам. It is finally. И вот он сказал, что достаточно. Этават алам висватманаха сарва самбр сарва сампад самрид сампад самрид бхай. It is enough, more than enough. Более чем достаточно то, что ты съел горсть риса. Ты можешь отдать все этому Судаме, даже себя. Мы что будем делать? Хватит, остановись. Этават алам висватмана. Этават алам. Enough, 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 stop. Достаточно, остановись. Бишватмана, шарбо шампада самриддхай, асмин луке, атвам асмин, пуншасту, атошка. You are so satisfied, you are so satisfied, you are so satisfied, that you are going to give everything. Where we can go, where we can stand. А куда же мы пойдем? Что будем делать, если...
Этот Судама забьет все. Будхва питва сукхам мене атманам шаргатам ятха. That brahman, that poor brahman, that poor brahman, I mean Sudama. Этот бедный брахман Судама, что случилось Судама? Он чувствовал стыдно себя, находясь в этом дворце. Он думал, я живу в какой-то хижине, и Судама, Судаме было стыдно, но... И вот Судама уложил... Кришна уложил Судаму спать в золотую постель, ну, то есть, такой, украшенную обильным золотом. Судама очень беден был, и когда такие бедные люди, они приходят в дома богатых людей, им иногда неудобно. И вот ночью, по просьбе Кришны, он принял прасадам, и Кришна организовал прасад, такую огромную тарелку прасада, и этот Судама Випрадама дома, я не могу даже... Несколько чапати. Организовать, а тот столько всего. И вот он думал, с чего же начать, что же съесть сначала. И вот он в таких раздумьях пребывал, много множества блюд было там. И вот так или иначе он поел, Кришна просил, ешь больше. Нет, если я больше съем, я не смогу баджан совершать, мой друг. Не нужно меня заставлять есть всю эту халву, пури, лучи, сабжи и все остальные сладости. Я съел немножко, мне хватит. И вот Судама сказала, если я съем больше, то придется много спать. Спать некогда, поскольку нужно баджан совершать условно. У Випры не было денег, но есть деньги или нет, это не столь важно. Важно то, что Судама Випра, он джитендрия. Что я имею в виду? Этой историей, этим фактом я хочу доказать, что хотя было множество вещи для наслаждения в дворце Кришны, но все же Судама ими не наслаждался. И также можно проверить саду. Саду они не стремятся к наслаждениям. Если вы сомневаетесь в каком-то саду, то можно проверить. Не важно, что им дают, они не принимают это. Если принимают, ну, в смысле, не видят это как объект своих наслаждений. И вот Шишила Прабхупад. Тут тоже. И вот Шрила Прабхупад Бхакти Сиддханта Сарасвати во время праздников Анакута и прочих преданные готовили множество отношений, а Шрила Прабхупад, он сидел на асане и медитировал. И потом, что случилось, так много просада, вот он выражал ему почтение и просил принести ему сильно. То есть он просто немножко брал, и то немножко крошку буквально. Пробовал это и сказал, что очень хорошо. Ешьте сами. То есть сам он ел очень простой просад, но... Может, пробовал, как это все выглядит и на вкус какой он. Шрила Прабхупад таким образом показывал нам, как контролировать свои органы чувств. И вот его друг Судама Випра был джитендрия, тот, чьи органы чувств под его контролем, у него он не был жаден. Не просил дать и того, пятого, десятого и побольше всего. А я видел в своей жизни какой-то саду в одежде Бабаджи. И вот мне Харикатху там не дали говорить.
но просто там сидел и наблюдал. Как в нашем храме тоже не позволяют говорить. Там главное у них это пир какой-то, а харикатхи часто не бывает или вообще не бывает. И вот там я обнаружил какой-то домохозяин, организовал какие-то сладости для саду. И какой-то саду с мудростью. Сегодня раса малай. Какой-то это расагула в внутри молока какой-то молочного соуса. И вот просил ему побольше этих расагул дать. Ну, это иногда так можно видеть. Но Судама Випра, смотрите, он не был заинтересован ни в каких сладостях и прочей еде. И вот следующим утром, он хотел, взял позволение у Кришны вернуться домой. Не сказал, что какой хороший дворец, давайте хотя бы месяц поживу тут или два. Нет, он переночевал только и начал просить разрешения у Кришны уйти, что мне нужно там баджан совершать, давай прощаться. Хотя многие бы захотели остаться в этом дворце, но чистые преданные даже и то не хотят даже ночь там ночевать в таких дворцах. У подлинных преданных есть какая-то радость в сердце, поэтому они не привязаны ни к чему материальному. И вот на сегодня конец. Я прочту несколько слов и завтра продолжу. Судама Випра, он с большой радостью. Встретился с Кришной и радовался, что Кришна ему взамен ничего не дал, никаких денег, никакого богатства, что если он... Кришна Синикетана Бамма Бандурити Смахам Бахубхям Паринамита Кахам. Я очень такая малая душа, и кто же, какой великий Кришна, где Кришна, а где я, и какой малый я, и какой великий Кришна, муж Лакшми. Я падшая душа, очень малая душа, и где же Кришна? Он обнимает меня, он никогда не игнорирует меня. И Браман, он повторил харинам и думал. Бахубхям парирамбита ванча калпатубрасы ке пасиндибхаджи патитанан павнабху вишнабхю. Try to digest all this harikatha. Пытайтесь понять всю эту харикатху всем сердцем. Try to digest all thought, you can get everything. Когда вы обретете все, я вам обещаю, если сможете переварить эту харикатху. А если нет, что я смогу сделать?